Трейдеры, как вы знаете, развитие и усовершенствование собственной стратегии имеют решающее значение, когда дело касается торговли. Так что давайте послушаем две самые успешные стратегии за прошлый месяц в конкурсе по стратегии. На сердце Заложира имеют звездную стратегию. Расскажите нам подробности. Вся стратегия полагается на относительные позиции SMR7 и MR5. Фактор успеха – это открытие правильной позиции. Спасибо, Насердс. И снова примите мои поздравления. Отличная работа. Теперь Санадагарс из Пакистана занял 3-е место в конкурсе по стратегии. Так давайте выясним, какие у него впечатления. Я чрезвычайно рад занять 3-е место в конкурсе. Моя стратегия базируется на временном горизонте в 1 час. Как только курс закрывается выше предыдущего уровня открытия, я сразу же выхожу на рынок с короткой позицией. Я устанавливаю такие параметры, как стоп-лосс и тейк-профит, чтобы максимальный и минимальный спред были выше, чем мой предыдущий максимальный и минимальный спред. Как только курс опускается ниже предыдущего уровня закрытия или ниже курса открытия, я выхожу на рынок с продажей позиции. И этим все сказано. Наша последняя звезда из гран-при турнира по покеру – это участник Фастер из Пакистана. На этой неделе он сказал мне, что он очень рад победить в конкурсе и что он любит принимать участие в турнире. Он сказал, что его самыми большими конкурентами были участники Айзамир, Wall Street Blog и Tennyson. Перейдем к победителям конкурса технического анализа за июнь. FX Surprise 8 выиграл $1560 США благодаря своим точным прогнозам для пары доллара США – сингапурский доллар. Daytrader 21 выиграл $1000 с парой Aussie – канадский доллар. А Salamandra выиграл $430 со своим инструментом доллар США – канадский доллар. Теперь, трейдеры, в новом сезоне соревнований «Я люблю экстремальные конкурсы» среди участников есть только девушки, но нет мужчин. Нашими 3 звездными победителями конкурса в последний раз были все мужчины. Так куда вы все исчезли, ребята? Парни, смелее, не бойтесь, примите участие. И так как сейчас лето, это прекрасное время, чтобы взяться за что-нибудь озорное, как, например, рафтинг или даже плавание с акулами. Удивите нас и произведите на нас впечатление. Проявите себя с экстремальной стороны. В конкурсе Мисс Дукаскопи в настоящий момент принимают участие около 3600 участниц со всего мира. А сейчас у нас появился новый спонсор. Леди Везунчику достанутся подарки на сумму $1700 США эксклюзивного белья и высококачественной одежды, любезно предоставленные компанией Walford. Трейдеры, боюсь, что это и все на сегодня, но непременно поделитесь вашими взглядами на странице нашего комьюнити в Twitter и не забудьте оставить свои комментарии на странице в Facebook. Увидимся на следующей неделе.